Привет, дорогой друг, с тобой я, Тотем Пал, ты хочешь прикол? По идее, серия Тапса должна была выйти вчера, но она не вышла, потому что, видите ли, моя программа для записи записала, но выдала ошибку, типа капут ролику, и ты этот ролик не увидишь, к сожалению. Хотя там было очень весело. Ну, короче, скажу то, что говорил до этого в том ролике, который, разумеется, не выйдет, потому что у него запись накрылась. Я открыл секретные войска, ну и мы прошли там нормальное такое количество серий приключения, ну, режим приключения. Разумеется, я тебе сейчас это перепроходить не буду, поэтому прости уж меня. Ну, нам в натуре еще до хрена что тут проходить. Ну, в принципе, вот на эту серию вот у нас уровни остались. Вот это вот я буквально прошлую серию прошел. Обидно, да, то, что ты не увидишь? Ну, ладно. Давай, Монджа и там 3 какой-то. Сейчас с тобой поиграем. Так, ну смотрим, что у нас тут. У нас тут мамонт на горе, что-то забыл. Тут вообще много кто на горе. А в доме есть кто? Тут никого. Ладно, это меня сейчас не сильно волнует. Ёка, ломаная мышка, говорит. Во, все распутал. Так, я хочу... У меня 6800, да? Ну, первое, что пойдет у нас в бой, это, разумеется... Ага. А где это-то? Вот, наконец-то нашел баллиста. Ну, баллиста она у нас... Я сказал баллиста. Баллиста у нас будет где-нибудь тут. Две баллисты. Этих мы отличим снейками. Так, вперед пойдем мы с тобой чем? Королем. И... Так, бафер короля. Блин, а в натуре что-то хреново получается. Так как-то пойдем, ну давай. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Мамонт уже куда-то там поперся, хрен знает куда. Не по плану. Так, ну вроде бы нормально идем, нормально. Сейчас король тут всю эту хрень раскидает. А чё мамонт-то не идет? А, вон он спускается еле-еле. А в смысле у меня король умер? Вы чё? Так, ну ладно, пока тут лучники, змеиные лучники творят дела. В натуре творят дела. В натуре дела творят, слышь? Осталось вон мамонта ебануть. Хуя, чё-то пристрелил. Так, ну тут ты промахнулся, брат. А мамонта-то? О, красава. И мамонт положили. Тогда я, что ли, постреляю? Да, я постреляю. О, попал. Так, это у нас валькирии и огородники, да? Проблемная тема, проблемная. Хотя, ну как проблемная? Мы сейчас возьмем с тобой... Так, а где... А, вот. Ты арбалетчик, да? Смотри, против этого всего мы просто делаем арбалетчиков и все. Арбалетчики тащат. В
В этот раз не затащили. Так, ну их на задний ряд тогда вот так поставим. Вперед у нас пойдет какая-нибудь мясорубка. Король там какой-нибудь, который прям тащит. Его подчиненные, так сказать, здесь бардов, чтоб разбежались. Так, потом луки. Нормально. Огород, конечно, прорывается хорошо, так мне это даже не нравится. Да я постреляю. Так, тихо, вон заходит. Блин, точно, валик. Блин. Пизда. Давай еще раз поиграем. Надо тут внимательно прицелиться. Подойду даже ближе. Так, тихо. Валька летит. Блять. Пиздец. Блять, нахуя тапку нажал? Так, давай еще. Мы победим. Блять, а вот это вот натура пиздец. Да тише. Но это заново. Это уже по пизде пошла тема. Блять, а хули заучник-то? Блять, стой. Не, заучника не надо, надо вот. А прицелиться нельзя, да? Хуярь! Блять, нет! Уйди нахуй! Пиздец. Так, ну-ка. А барды-то вообще хоть как-то отвлекают или чё? Вон туда нахуй все, край, блядь. Да не за этого. Блядь, я вообще попал в эту пизду или чё? Блять, сюда летит. Летит ты нахуй. Ты чё, хуево так вырубать? Ты чё так косить-то? Все нормально, надо вот это вот. Сдох. Блять! Не! Тихо. Блять, огонь! Блять! Сука, ну почти, давай еще. Так, ты. Мы зайдем с бачка. А ты бегать-то умеешь? Сука, хули такие буйные-то, а? Победили, видишь, я же сказал, победим. Так, это у нас что, одна телега против одной телеги? Будет одна катапульта. Ну, давай, катапульт, перезаряд. Блять, ван, хуйня, иди. Во, кто будет. Мужик настоящий. Давай, давай, отыми его. Вот этого здорового с хуйней на башке отыми. Ну ты ж рыцарь, ебаный рот, давай. Во, заебись, щитом прям. Че у нас там дальше-то? Короли.
короли и бард. Пиздец. Мне дали 9000. Ну давайте, вперед. Короли, блять. Ну, катапульта, блять, огонь. Пиздец, им чё, похуй. Окей, катапульта слегка подальше пойдут. Вперед дохуя мяса. Вот просто дохуища мяса. Давай, раскидывай. Ну, давай, перезарядку ебашь. Давай. Гаси, сука. Блять, вот они пока в одной куче, блять. Ну-ка, давайте, огонь. Заебись, 3 короля осталось, ну давайте. 4, сука. Блять, на что ты с вами стреляешь? Отъедь. Сука, не успел. Не, ну вообще тактика-то неплохая. Только да, я еще тоже постреляю. Ох, по своим, по своим. Я нахуй так вот. Ну, давай, получай, блядь. Сейчас помрут, отвечаю, ебаный. Ну, блядь. 2 ёбаных короля, нахуй. Пиздец. Мне пиздец. Давай, поехали. Блять, а хуй так недалеко. Огонь. Отлично, хорошо. Огонь. Ну, ёб твою мать, ну давайте. Да сосите хер, слышите? Какие похуй короли, говорите, блять. Ну давай, короли. Сейчас я тебе таких, блять, королей устрою. У меня в серии, которая накрылась, не получилось записать смерч. Вот сегодня я его запишу. И это вот там какой-нибудь арбалетчик сбоку, за которого я сейчас, разумеется, сыграю. Огонь! На нахуй. Ну, давай, блядь, смерч пошел в бой. Хули смерч в бой-то? Чё, во, смерч пошел. Хотел сказать. Блядь, ну и пиздец. Пиздец. Идите-ка вы нахуй. Ха, сука. Роки ебаные. Пидорасы.
Ебать, у меня в натуре идея появилась, слышь? Ныкаемся нахуй, ныкаемся туда, где до нас хуй доберутся, блядь. Шкеримся. Пиздец идут. Блядь. Оп. Ладно, хуйня. Давай по-жесткому. Давай у нас будут два ебаных смерча. А почему смерч-то не активировался? Я вот этого, наверное, никогда не пойму. Ну, давай, делай смерч. Делайте. Блять, их тупо нахуй ебнули. Делайте смерч. Пока они вон сейчас падают под хуйню, полежат. Делай смерч, ебаный рот. Чё-то смерч вообще не получается, пиздец какой-то. А, ну окей, давай, дойдите, короли, блять. Дойдите. Дойдите до меня, дойдите. Мы сейчас так сделаем. Где катапульта? Рискните дойти, давайте. Рискните. О, давай, ракета пошла. Точнее, камень пошел. Так, давай еще. Отлично. Блять, все хуйня. Блять, лучше так останусь и... Постреляю за лучника. Блять, пиздец. Может, не надо, мужики? Да сука, вот заебали. Пора решать проблему. До свидания. До свидания. Я решаю вопрос. Я решаю вопрос со всеми королями. Вот и все. О, это у нас тут это лодочки, не лодочки, да? И нам дали 2000. Это, конечно, классно. Ну, думаю, сейчас справимся, наверное. Сейчас ниндзя тут всех перебьет. Аккуратненько так. О, Виктори. Так, одна валькирия. Нинга. Брат, ты чё сдался-то? О, Виктори, отлично. Опять эти корабли.
Надо этого какого-нибудь Минотавра, чтоб ворвался. И так, нинги пошли. И замораживающие лучники. И никто. Так, давай замедленным посмотрим. А, лохи ёбнулись, да? Или не ёбнулись? Пиздец, накрыло. Пиздец. Ну, накрыло. А, блять, это ты. Блять, хули я тебя путаю с замораживающим лучником, блядь. Пиздец, еще давай. Да сука, косой ты долбоёб. О, отлично, три ниди против. А ты хули корабль-то несешь? Вы чё, дебилы, зачем вы корабль-то несете опять? Ору, конечно. Так, мамонты, три минотавра. Не, ну ты ж понимаешь, что я хочу, да? Не, ну это что еще? Драгон. Драгон. И чувака на замес. Я делаю задницу, я делаю жестко. Только дракон что-то слегка не туда. А хуль наши мамонты проебали какому-то одному мамонту? Что за пиздец? Не, ну окей, мне надо главное вот этих долбоебов сейчас отвлечь. По бачкам так сбросить. И я могу эту баллиста. Раз, два. Спереди еще вот так как-нибудь. Потом кого тут еще помощнее-то можно? Валькирия. Ну и опять этих. Давай, баллиста. Баллиста, целься, пожалуйста, в маму. Ну почти, давай. Целься в маму, давай. О, отлично, хорошая победа. Так. Минотаврик. Давай. Минотаврик, давай, удачи. Скотина. Чё такой сильный-то? Или вы мне... Ага, на втором минотавра не хватает. Ну ладно. Так, ну отлично. Давайте, мужики, убить минотавра. Мне кажется, он красиво толпу раскидывает, но змея до него докопалась. Ну чё, змеи-то будут работать у нас сегодня или чё? Давай еще раз. Убейте вот у минотавра. Я, конечно, ну это что он мощный, но убейте. Убейте минотавра. Виктори.
Так, это у нас тут чё? Это у нас пиздец. Самый настоящий. Валькирии, викинги и... Короче, вся хрень, которая вперед врывается. Ох, ёкало мэнэ. Зевс вряд ли поможет, это я сейчас просто так проверяю. Ну да, ни о чем. Че у нас по секретным войскам? Самурай-гигант. Влад. Сейчас посмотрим, что будет. Если ничего не получится, я заканчиваю серию и... В принципе... А не, смотри, получилось. Ладно, дорогой друг, с тобой был Тутунпал. Подписывайся на канал, ставь лайк. Ну, короче, удачи тебе и пока.